Женщина и двое детей попали под машину на переходе в Искитиме. В результате ДТП погиб двухлетний ребенок, находившийся на руках у матери. Ее вместе с мамой и сестрой сбили на нерегулируемом пешеходном переходе. Эта страшная авария произошла в 7 часов 40 минут утра в микрорайоне Подгорном. 70-летний водитель за рулем Honda ехал и сбил 37-летнюю женщину и двух ее дочек, которые переходили дорогу по зебре. В результате ДТП погибла двухлетняя девочка, которая находилась на руках у матери. 37-летняя женщина и ее 4-летняя дочь доставлены в медицинское учреждение. Характер травм уточняется. Известно, что мама вела дочерей в детский сад. Водителю проведено освидетельствование на месте, по результатам которого состояние опьянения не установлено. Мужчина доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.